Красному будильнику продолжение боя. Кратков Александр, город Лысьва. Он 2006 года рождения. Боксом занимается 4 года. Провел 20 боев, 15 выходил победителем. Имеет второй юношеский разряд. Тренируется под руководством Пушкова. Я сейчас выведу, после приду. Зырянов Дмитрий, город Пермь. Он 2006 года. Учет боям не ведет. Тренируется под руководством Ашихмина. Приготовится боксером 9-й пары. Несмело вниз. Коробочкин Савелий. 9-ю пару судят рефери Анатолий Сосновский. Боковые Александр Баландин, Дмитрий Борисов, Сергей Шошин.
в этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер Красного Угла Кратков Александр, город Лысьва. За третье место награждается Зырянов Дмитрий, город Пермь. Награждение проводит рефери данного боя Вячеслав Мочалов.